Мужская рубашка в женском гардеробе этой весной выглядит как платье. У мужчин навряд ли найдется такая, поэтому сошьем ее за пару часов. Фасон рубашки будет простым, а силуэт расклешенным почти как платье. Рукав цельнокройный, с манжетами и, конечно же, воротник в стиле мужской рубашки и застежка на кнопках. Ткань берем самую простую – хлопок. Такую рубашку можно будет носить летом, в жару, но самое главное – это стильный и оригинальный рисунок. Сначала делаем выкройку. Рисуем на ткани два прямоугольника длиной 120 и шириной 90 сантиметров и вырезаем. При работе с тканями в рисунок обратите ваше внимание, что в готовом изделии все рисунки должны быть направлены в одну сторону. Соединяем прямоугольники и складываем их пополам. Теперь снимаем только одну мерку – обхват груди. От центра откладываем четверть мерки плюс 5 сантиметров и проводим линию. От верхнего края откладываем вниз 30 сантиметров и проводим к центру линию. Угол закругляем. Теперь немного расклешим низ, рисуем горловину, все вырезаем. Полочку разрезаем пополам. Не забудьте про воротник. Это шаблон по форме воротника от мужской рубашки. Краим две детали. Сшиваем сначала плечевые швы, затем боковые. И обрабатываем их на оверлоке. Сделать манжеты еще проще. Вырезаем две полоски шириной 12 сантиметров. Складываем их, сшиваем и пришиваем к рукавам. Теперь сделаем застежку. Измеряем длину подборта и вырезаем полоски шириной 9 сантиметров и длиной равной мерки. Чтобы застежка и воротник хорошо держали форму, я рекомендую проклеить их вот таким тонким флизелином. Стоит он сущие копейки и продается в любом магазине для шитья. Проклеиваем воротник и полоски. Осталось все пришить. Полоски к полочкам. Воротник к горловине. Устанавливаем кнопки. Несколько ударов молотком. Обновка готова. Можно носить ее с джинсами и простой майкой. Или как платье с ремешком.